Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Депрессии, как и любви, все возрасты покорны, но если влюбляемся без ума, мы все-таки по молодости чаще, то состояние депрессии, по словам специалистов, больше свойственно тем, кому за 50. Причем у женщин депрессия в этом возрасте бывает в 2 раза чаще, чем у мужчин, а впадают в нее в основном при выходе на пенсию, рассказывает врач-психотерапевт Наталья Фролова. Но этот период действительно является таким кризисным периодом. Выход на пенсию, возраст, физиологическое старение. Проблем здесь несколько. Во-первых, это проблема, как психологи ее описывают, проблема опустевшего гнезда. С возрастом мы остаемся одни. Дети уходят из семьи. Возможно, уходят наши вторые половинки. Происходит еще проблема утраты. И такие экзистенциальные проблемы, как свобода и одиночество. Те вещи, которые в молодости за счастье воспринимаются, ведь так хочется порой отдохнуть от жизненного круговорота, в старости становятся обузой. Часто, выйдя на пенсию, человек начинает буквально рассыпаться на части, и причина этого часто не в болезнях. Так, оказавшись в одиночестве с ощущением ненужности миру, люди пытаются привлекать внимание близких или просто ходят по поликлиникам в поисках общения. Но этого вполне можно избежать, просто нужно начать мыслить немного иначе, полюбить свой возраст и брать от него все лучшее, говорит Наталья Фролова. Всю трудоспособную жизнь мы отдавали всю семье и работе. На себя мы как-то внимание меньше обращаем в течение всей жизни. Поэтому чего положительного в этом возрасте, когда мы выходим на пенсию? Наверное, обратиться к себе, к своим желаниям, мечтам, то, что было не реализовано, то, что хочется сделать. Но проблема в том, что мы не особо умеем на себя обратить внимание. Но этому научиться можно, и лучше всего, по словам психотерапевта, заранее готовить себя морально к выходу на пенсию, чтобы увольнение с работы воспринять не как потерю, а как возможность для появления в жизни чего-то нового. Все подходят по-разному к подготовке. Некоторые начинают возвращаться к своим, я говорила про мечты, те, которые не успели реализовать в молодости. И чаще всего люди прибегают либо к интеллектуальным таким вещам, то есть выучу мне какого-то языка, а затем путешествовать, либо заниматься разведением каких-то экзотических цветов, коллекционировать что-то. Еще одно отличное лекарство от хандры – занятия физкультурой. Они лучше всяких антидепрессантов, поднятию настроения способствуют. Душа и тело неотделимы. Еще классик говорил, что в здоровом теле здоровый дух. То есть физкультура, занятия спортом, они придают не только телу тонус, но и душе тонус. Появляются силы, появляется уверенность, самооценка, появляется приток жизненных сил, энергии. А если это еще делать не в одиночестве, совсем замечательно. Поэтому, конечно, легкая физкультура, не спортом, но очень полезно заниматься не только в пенсионном возрасте, но и в молодом возрасте. Не забывать про физические нагрузки. Ну и про то не забывать, что наше душевное состояние в первую очередь зависит от наших мыслей, а они позитивными быть должны всегда и несмотря ни на что, тем более на возраст. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50+.